Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Хотел затронуть такую тему. Часто пишите, что а почему у меня за ремонт там за 0,5 энергии забирает в двойном размере, или за одну энергию в двойном размере, или за 4 по 0,5, то есть за 2 энергии за раз прохожу, и у меня забирается не 4 единицы прочности, а 5, то есть кроссовок на 5% износ уходит, а не на 4. Вот хотел осветить эту тему. Давайте выберем пример моего кроссовка. У меня джоггер, у меня камон. Давайте введем мои показания. 9,8. Второй и третий пункт, они вообще на доход не влияют и не важны. Смотрите, я сейчас вам объясню кратко, чтобы вы понимали, можете взять листок, ручку и записать. Если вы проходите по 0,5 энергии, по 0,5 энергии тратите, то есть как я делаю, как я в своих видео это рассказываю, тогда нижний пункт прочность вам надо сделать не меньше 11. Вот даже если у вас будет 10,9, у вас уже будет забираться за 0,5 энергии в двойном размере на ремонт. То есть не 0,36 на 5 левеле или 0,41 на 9 левеле, а будет забираться 0,82 за 0,5 энергии. Потому что у вас прочность ниже 11. Если вы будете проходить 2 энергии сразу или по одной целой энергии, тогда вам нужно делать прочность не ниже 14. То есть, если даже будет 13,9, у вас будет опять же в двойном размере забираться за ремонт. Это что касается по 0,5, или по 1, или по 1,5 энергии вы пройдете. Вот. Если вы будете 2 энергии проходить, тогда у вас будет забираться, соответственно, не 4% от износа, ну 5% от износа будет забираться. Давайте покажу вот мой пример. Смотрите, как я выбирал кроссовок. Я выбирал, чтобы у меня прочность была не ниже 8,6, и чтобы верхняя вот эта розетка у меня была на прочность. У меня 9 левел. Вот он, 9. У меня вот здесь вот стоит камушек. Я поставил. Вот он. Вот такой. И обратите внимание, вот здесь внизу у меня сейчас вот 8,6. Вставляем камень, он нам дает 5% к базе и 2 поинта. Соответственно, мы добавляем эти 5% к 8,6 и прибавляем 2 поинта, у нас получается ровно 11. Смотрите. Видите, вот здесь вот циферка изменилась. Вот здесь циферка 11 стала. То есть, для меня, как я хожу со своей тактикой, мне надо ровно 11. У меня сейчас так и есть. Давайте зайдем посмотрим. Так, вот он мой кроссовок. Вот смотрите, вот здесь 8,6. Вот у меня сейчас стоит камушек. Это я вам базу показываю. Вот так у меня ровно 11. То есть я хожу по 0,5. У меня забирает на 9 левеле 0,41 за ремонт. Если я буду проходить одну энергию, у меня уже в двойном размере 0,82 за ремонт заберет. Если 1,5 энергии пройду, тоже 0,82 будет за... А, не 0,82, а как за 2 энергии он у меня заберет. 4% вместо 3. Вот здесь вот где 100 и 100, там, допустим, будет 97 и 100 написано. Если пройду сразу 2 целые энергии, у меня здесь будет 95. То есть 5% он заберет вместо 4. Вот поэтому на этом этапе, когда вы выбираете кроссовок, вы должны понять для себя, как вы будете ходить. 4 раза по 0,5 или за раз 2 энергии. Если 4 раза по 0,5, внизу должно быть не ниже 11. Если будете ходить 1-1,5 энергии или 2 за раз, внизу должно быть не меньше 14. Не меньше. 13,9 будет, все, будете больше за ремонт платить. Вот такую тему хотел осветить. И вот сразу же приходит мысль, когда выбираете кроссовок. Нам, вот я говорил в предыдущих видео, что нужно в совокупности 1-4 пункт, чтобы не меньше 15 было, да? Смотрите, если вы конкретно выбираете под камушек, то есть чтобы здесь была первая розетка на
Resilience на прочность, да, на четвертый пункт, то я конкретно искал, видите, 8,6. Я искал 8,6. И вот он, 8,6 плюс камень, у меня ровно 11. Следующее, если вы будете с каменем искать и хотите 14 сделать, вам надо будет здесь искать 9,6, допустим. Ну или те же 8,6 плюс самому поинты добавлять. То есть равные числа. И давайте зайдем на маркет, посмотрим. Вот мы заходим на маркет, выставляем параметры, по которым я всегда искал кроссовок, да? Давайте посмотрим. Давайте, допустим, откроем. Имейте в виду, когда я говорил, первый и четвертый пункт должны быть не меньше 15, и вы не смотрите на розетку, вы на нее не смотрите, тогда вам нужно считать целые числа. Вот, допустим, 9, вот, допустим, 6, в совокупе 15. Вот эти десятичные, их не надо считать. То есть даже если здесь будет 6 и 9, а здесь 9, то есть то, что здесь 6 и 9, уже толку не будет. Почему? Потому что если вы просто добавите поинты, 4 штуки добавите, у вас будет 10 и 9, но все же это не поможет вам сократить на ремонте, потому что 10 и 9 это не 11, а вам надо 11, поэтому здесь минимально надо искать, к минимальному показателю, если вы просто ищете 5 и 7, не подходит такой, 8 и 8 тоже не подходит, то есть вот 9,1, отлично, вот допустим здесь даже другая розетка, но 9,1, это отлично, потому что здесь вы прибавите 3, так, сколько, даже 2 поинта, и у вас будет 11,1. Или, допустим, до 14 добавите 5 поинтов, у вас будет 14,1. А вот верхнее значение, вот эти десятичные, оно уже влияет, оно уже считается там. Поэтому вот это тоже имейте в виду. Вот зайдем на калькулятор, давайте нажмем оптимизацию. Смотрите, он вот здесь нам, видите, пишет 5 прочности за ремонт 2,05. 2.05 это 5 по 0.41 за ремонт. Вот у меня стоит 9 левел, мой камушек. Давайте нажмем оптимизацию. Видите, что он показывает? Смотрите, 43.11. Смотрите, 43.11. То есть он полностью показывает мой кроссовок. 43.2.11 и там 43.2. То есть я поставил камушек, я сделал 9 левел, я нажал оптимизацию. Вот, и он мне показывает. Ну, смотрите, видите, он пишет 5% от прочности будет забирать, то есть от поломки кроссовка 5 единиц, не 4. Он, видите, калькулятор этот не считает, он не считает по 0,5. Он тебе показывает, сколько ты будешь, если ты будешь проходить 2 энергии целые, вот сколько будет забираться. Все, пожалуйста, если я сейчас здесь сделаю 1, 2, 3, а вот здесь добавлю 14. Но опять же, я сейчас нажму оптимизацию, он опять скидывает так, как ему надо, видите? Еще раз подытожим. Если вы выбрали кроссовок с розеткой, вам здесь надо иметь 8,6, 9,6, не меньше. Если вы хотите вставить, как я, камень. Если вы ходите по 0,5, 11, должно быть не меньше 11. Если вы ходите 1,5-2 энергии за раз, вот здесь все должно быть 14. Не меньше 14. И когда вы выбираете кроссовок, если без розетки ищете, вот здесь вот там минимальное значение должно быть там 8,1, 8,2 максимум, 9,2, 7,2 допустим, да, вверху 9,9 допустим. То есть здесь десятичные уже роли играть не будут, потому что все равно вам надо здесь ровное число иметь 11 или 14. А вот вверху они будут играть значение. Поэтому, думаю, объяснил более чем, ребят. Ссылка на наш телеграм будет под видео. Ставьте лайки, залетайте в группу. Там на все вопросы, в принципе, ребята друг другу помогают. Я там же, все мы там общаемся, помогаем, отвечаем на все вопросы, ищем устранение проблемы, как что решить. Думаю, на все ответил. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь. Много чего будет еще интересного. Всем спасибо, всем пока.